Простые по форме элементы складываются в сложные узоры, образуя яркие эмоциональные образы. Художница Ирина Александровна Домбровская рассказывает, на картинах изображены только положительные чувства. Абстракционизм – это огромная философия, в которую погружаешься полностью. А так как художник – это человек, который может видеть незримые пространства и миры. Поэтому вот человеку обычному эти миры не видны. Пространственному воображению Ирины Домбровской тесно в рамках холста. Ее творческая энергия создает необычные произведения искусства, которые специалисты называют 3D-живописью. Посетители выставки считают картины художницы интересными. Любую картину смотришь, когда вглядываешься, читаешь как книгу. Каждый раз от настроения зависит. По-разному настроение, если у тебя, ты по-разному вглядываешься, что-то видишь свое, что-то оно тебе напоминает. Ее некое такое... Я бы сказала, живописный пэтчворк. Ну, это такая, да, лоскутная техника, которая соединяет себя, как бы делается рисунок или полотно из разных кусочков там ткани. И вот у нее нечто подобное, только в живописи. Это уже пятая авторская выставка Ирины Домбровской. Но в Севастопольском художественном музее имени Михаила Павловича Крашицкого художница показывает свои работы впервые. Сергей Краснослободцев, Андрей Тымчук. Информационный канал Севастополя.